Haters trying to check my style. Haters. 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 А катает вон та девчонка в синем. Ну что ж, народ, привет всем. Я всех вас приветствую на моем канале Simple Be Life. И мы сегодня находимся на гоночках. На гоночках. Вот. Гоночки у нас по дрифту и плюс по драгрейсеру. Драгрейсер у нас 1/4. Вот. А дрифт, ну дрифт как дрифт. Приглашены, конечно, также, короче, и американские тачки, которые с парашютом, ну и любительские также. Вот. Все, находится это в аэропорту. Вот. На дворе у нас сейчас июнь. Это мероприятие должно было быть в апреле. Да, в конце апреля. Ну, из-за пандемии, из-за короны это все перенеслось. Так что усаживайтесь поудобнее. Будет обязательно что? Интересно. Погнали. Трафик. Хайта. Они, грубо говоря, как оттуда приезжают, ну, вот, просто делают круг, ну, вот, и все по новой, чтобы больше кругов намотать. Только успевают резину заменить, и пошла дальше. Грубо говоря, тут вокруг одни бэхи, тройки. Только парочка, короче, есть. Ниссаны. Это, кажется, 200CX. Или Z-ка. Также. А все одни тройки. Или 46-е. Или 36-е. А, Мерседес. Ёпта, Мерседес еще есть. Это редкость. А, Форд есть еще. Белый Фордак вот там торчит. А так практически одни бэхи. Вот сейчас ребятки резину поменяют и снова на кольцо. А катается, дрифтует вон та девчонка в синем. Сипотная, да? Интересно, тут есть где-нибудь дрифт-такси? Я бы сам покатался бы с удовольствием. Посмотреть, что это такое. Хотя бы один круг. 39-ки также есть, пятеры. Конечно, убитый хлам. Под капотом, короче, есть что. А снаружи убитый хлам. Наверное, у них спонсоров нету. Они все делают на свой счет. Ну вот, поэтому. Вот, наверное, вот такие, вот как Nissan Z-ка. У него, наверное, 100% есть какие-нибудь спонсоры, что.
slow down. You wanna hear it, talk your shit from the drama. Coming, I'ma send you to your mama. Quick, quick, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Километров 8,5 проехал. Отлично, офигенно. Ну очень громкая, блядь. Чё? Такой был драг рейс, вот такие были тут гоночки. Теперь мы обратно возвращаемся на дрифт, посмотрим, что там. Может что-то новенькие подъехали, может что-то интересное появилось еще. Вот идти нам через лес тут. Тут эти организаторы так хреново как-то сделали. Одним словом, в аэропорту это все сделали на двух полосах. Первая вот полоса, она вот, и через лес вторая полоса. Вот, как бы не на одном все. И хреново в том, что чтобы перейти с одной полосы в другую, надо через лес идти. Вот, а чтобы перейти через лес, надо минут 10-15, короче, идти. Короче, хреново. Вот такие вот пироги. Кто-то, грубо говоря, умнее делает, чтобы с одной локации до другой локации добраться. Они ездят на машине, но мы, наверное, еще не старые, не больные, поэтому мы пешочком. Топ-топ-топ-топ-топ. City lap, now the gangsta. Now the gangsta.
time hustler, boasted on the block. I'm a hustler, I'm a hustler. Ну что ж, народ, короче, это были вообще здоровские, классные, офигенные, короче, гонки. Ну как гонки, короче, это было просто шоу, любительские покатушки. Но это даже были не соревнования. Вот, так что не забудьте, пожалуйста, поддержать меня лайком, плюс подписаться на канал. Но чтобы для меня было больше мотивации выкладывать всякие интересные для вас сюжеты. Вот, так что лето еще впереди. Ну и дальше, еще после лета, буду обязательно что-нибудь интересное придумывать для вас, чем выкладывать. Вот, так что самое главное — подписка, и будет намного интереснее. Ясно, так что все. Давайте, всем спасибо, что досмотрели. До новых встреч, пока.